Друзья, всем привет! Начинаем играть, в общем, в Metro Redux на максимальной сложности. Надо выбрать стиль игры, нам предлагают выживание и спартанец. Я так понимаю, в выживании у нас все-таки посерьезнее, то есть патронов поменьше, к реальности поближе. Ну и сложность максимальная, Ranger Hardcore, где интерфейсы, все подсказки отключены и сложность игры увеличена во всех аспектах. Так, остается, значит, гамма-коррекция, подредактируем, ну, под оптимальное, и поехали, друзья. Становилось все холоднее. Мы с Мельником поднимались все ближе и ближе к поверхности. Через минуту мы должны были оказаться наверху, наедине с воющим ветром, наедине с чудовищами, наедине с самой судьбой. Я был почти у цели. Все, поехали. Когда ты покидал свою родную станцию, Топочки. Думал ли ты, что мы окажемся в таком положении, лунца. Что мы даже не будем знать, спасаем ли мы наш мир, блин, или обрекаем не бы себя его спасти. Навсегда? Такая задница на меня сверху смотрит. Ой, сейчас упадет. Не сорвись, дядь, не сорвись. Слава тебе, Господи. Блин, болты, держи меня. Держи меня. Лично. Поймал. Блин. Но он хотя бы такой разгрузки, это плюс 20 килограммов. Через брошенный блокпост, Артём. Так, ага, работает. Заряжен. Там что-то есть в соседней комнате. Заклинило, что ли? Открывай гермоворота, я прикрою. Сейчас, подожди, дядь, вот тут рубильник надо включить, видать. И тишина. Лифт, я так понимаю, не придет. 100 лет не ходил и дальше не собирается, да? Так, гермоворот, ты говорил? Ну, давай. Ясненько. Дрянь. Вечно все ломается. Придется открывать вручную. Подожди, дядь, подожди. Сейчас посмотрю. Так. О, путь отрезал себе. Какая-то папочка. Забираем. Это что? Система навигации ядерных ракет. Че? Можешь жахнуть? Я так понимаю, уже нечем жахать, да? Блин, паутина. А паутину можно сжечь, интересно? У меня где-то была зажигалочка. Открывай ворота, я прикрою. Да подожди, подожди. О, нормально, нормально. Классная жига вообще, мне нравится. Но взять это, так понимаю, ничего нельзя. Какие-то дискеты, телефончик. О, или интерком. Наверное, это интерком, как в Fallout 3. Для связи между комнатами, если они на режимных секретных объектах такие использовались. Чё, поехали? Ой, крутить и крутить, конечно, это колесо. Руки у меня, я не понимаю, в мешковине в какой-то? Или это радиационный костюм? Пошебурши по ящикам, вдруг найдётся полезное. Так, рубильники включили. Пошебуршить? Ну, сейчас пошебуршим. Так, чё у нас тут? Тут ничего. О, фильтра. Фильтры. Готов, так, аптечка, патросики, еще патросики. Тут вроде ничего нету. Так, напротив есть что? Яма. Угу, дверочка. Открывается? Открывается. Великолепно. Так, ага, это вентиляционная, я так понимаю. Так, ага, аптечка. А что, он не взял его? Наверное, у меня уже есть, поэтому и не взял. Может быть, поменял? Перепрыгиваем. Раз. А, там лесенка есть. Может, спустимся? Аккуратненько только. Аккуратненько. Ай. Ну ничего. Грибы светящиеся. Фигня какая-то. Поднимаемся. Ничего тут нету. Так, ну что, вторая попытка. Тоже удачно. Так, тут заварено. Тут заварено. Ну все, давай наверх. Ну, тоже работает. Блин. Ой. Дрезина? Откуда здесь дрезина? А, это, наверное, мы на дрезине сюда приехали. Я так понимаю. Но рельсов я не видел. Так. Похоже, никого нет дома. Че, выходим? Не забудь надеть противогаз перед выходом. А, наверх идем? Ну, сейчас тут что есть интересное, может быть? Мы блин, без на интерфейса вообще это жестко. Это очень жестко. Но зато так интереснее. Так, противогаз напялили, пойдемте посмотрим, что тут есть.
Ничего нету. Вообще ничего нет. О, трупы. Ага, что-то есть. Что-то есть. Я вижу тень, и она мне не нравится. Это что за карачун? Матвей. Еще один. Минус. 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 Так это что умрёшь-то? Блин, не попасть вообще. Целую обойму уже высадил. Еще. Так, это что-то пикнуло. Это типа патронов мало, наверное, да? На исходе. Давай-ка наляжем. Че, ничего тут нету? Потянем. Тяни, тяни. Не справляешься, что ли? Готов? Готов, готов. Каша мало ел. Что ж ты, Тёма, Тёма, начало игры, я ни хрена не можешь. От любой решетки на пол падаешь. Наконец-то. Мельник на связи. Красота-то как какая. Прием. Радиоактивная пустошь. Так, нас кто-то встречать должен? Мы у башни. Повторяю, мы у башни. Группа выдвинулась. Прием. Чё за вой? Так точно, они на связи. Говорят, что приближаются к башне. Это не нам. Принято. Следующий сеанс связи, когда поднимемся на башню. Ой-ой-ой-ой-ой. Чё за тарантас чуть не сбил? Дядь, ты права где получал? А, забыл. Нигде. Хотя тачанка прям знатная. Здорово. Что это за шум? Слышите? Какого чёрта? Гром, что ли? А, это топот ножек. Круг, быстро! Твою ж налево началось. А у меня, блин, патронов на, я не знаю, на сколько, на пол монстра. Я все потратил вначале. Сейчас меня тата будут делать. Спокойно. Да я спокоен, спокоен. Иду, блин, ничего, походу, только одно оружие. Да вообще, максимально жестко. Сейчас будем максимально жестко экономить и уничтожать. Оп. Один. Огонь! Блин, что, не можешь завалить? Нормально, нормально, нормально. Выцеливаем. Нормально, хорошо, хорош. Встаньте, дети, встаньте в круг, встаньте в круг, встаньте в круг. К нам бежит веселый друг. Ой-ой. Так, извини. Так, 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 так. Все, кончилось. Нож. О, нож есть, нож есть. Так, патронов нету. Че, наножи. На ножи. Все? Завалили меня. Да твою ж налево. А нет, пока еще жив. Демоны! Охренеть, летающие курицы пожаловали. Надо печь, короче, ребят. Надо печь. Метро. Это наш дом. Это все, что у нас осталось. Да, жизнь тут не сахар, но ты всегда знаешь, что на твоей станции каждый человек тебе как родной. Тебе есть ради чего и ради кого жить. Но с тех пор, как появились эти мутанты, все изменилось. Мы стали другими. Нами правил страх. Пока не пришел он, Хантер, друг моего отчима. Он изменил все, и в особенности мою жизнь. 8 дней до этого, то есть неделя прошла. Открыточки. Биг Бен, Нью-Йорк, Стоунхендж. Какое-то аббатство. Темза, что ли? Или Венеция? Скорее всего, Венеция. Ну, это большое яблоко. О, ну и Кремль, конечно же. Куда же без Кремля? Морг? Открыточки собираем. Артём, проснулся наконец.
К нам скоро придет Хантер. У него-то всегда самые свежие новости с других станций. Вставай, тебе тоже будет интересно послушать. И тебе, бать, здорово. Так, это получается моя комната, да? Гиторка, нормально. Да я неплохо живу. Что-то можно? О, а еще? А еще? Все? Еще можно? Ага, по новой пошла. Так, вот свет можно выключить. Блин, слишком много света. А это непонятный прибор. На радио похоже, но вообще не радио. Так, ну что, погнали? Пойдем, Артем, пойдем. Да подожди, дай поговорить с народом. Дерьмо, свиньи, витамины. Я не через такое прошу. Это не он, это я вот они. Не боюсь. Что ты хочешь сделать с черными? Найти и уничтожить? Да не смеши. Ну да, черные не свиньи. Да резать себя не дадут. Привет, Артем. И тебе здорово. Че там, спят? О, как? Пушка там лежит на столе в разборе. Ребят что-то мастырят. Кто-то ревет, кто-то плачет. Тяжела доля. Этой станции недолго осталось, если нападения черных не прекратятся. Мы должны что-то сделать. Да что еще мы можем сделать? Блин, по-моему, каска америкосовская. Вот эта голубая с крестом. Перебьют до единого и сожрут. Зачем, правда, каска на станции, непонятно. Никого нет дома! Понял. Халат, по-моему, достаточно доктору. Если только он неплохой доктор, ему не хотят настучать по голове. Сереженька. Сереженьку моего никто не видел. Сережу никто не видел. Ночью они снова напали на наш дозор. Госпиталь переполнен. Черный, что ли? Все под контролем. Да не переживай, мужик, все нормально. Слушай, будет. Что говорят люди. Многие хотят валить со станции. Что же делать? О, о, вот это, по-моему, карма. Карма у нас плюсанова. Что с Алексеем, не знаете? Мам, а мам? Так, а ты кто, а мальчик? А, девочка. А надеяться не на кого. Ох, рыжего. Он в ночь вчера дежурил. Посторонним нельзя. Все? Петр. Мне в покой. О, еще карма плюсанулась. Да, извините, не узнал. Так, ну что, ребят? Не знаю, выживет. Да выживет, по-любому. Сколько наших убит? Да все? Врач ничего не говорит. Мне ничего не скажет. О, еще, блин, сразу плюс три кармы. Давай, Артем, не задерживай. Да я прям хороший парень. Так, ты мне что-нибудь скажешь? Мы тут в осаде. Родные рвутся к раненым своим. Да понятное дело. О, еще плюс карма. Уже 4. 4 единицы кармы. И это за 2 минуты. Раненые. Никаких улучшений. Так, что посмотрим. Еще двое скончались. Черные убивают не сразу. Но они словно разрывают нам мозг. Душу рвут. Ну, заметочка. Боже, когда потом же почитаем. Я больше не могу. Да, я так понимаю, через 8 дней все закончится. Надо лишь подождать. Так, туда не пройдем. У этого парня все не очень. Этот вроде еще жив. Но с головой тоже явно непорядки. А вот этому уже ничего не поможет. Так. Вроде живой. Тихо, спокойно. Выздоровеешь. О, еще карма плюсанулась. О, паренек, отдыхай, отдыхай. Тебе и так не сладко досталось. Так, еще вторая комната есть, да? Это тут интенсивная терапия, я понимаю. Так, микстурки, баночки, скляночки, лекарства, бинтик, йодик, зеленочка. Ничего взять нельзя. Сестричка, привет. Ох, вот чувака кроет. Просто пипец. Так, ладно. Какого черта? Кто это может быть? Ну, явно не мутанты. Это Хантер. Все в порядке. Мутанты не стучатся. Точно, давай, не стучатся. Давай, открывай чертовы ворота. Хотя вдруг какие-нибудь интеллектуалы не совсем примитивные могут постучаться, почему нет? Черные же мутанты. Они, наверное, могут стучаться. Добро пожаловать на ВДНХ, Хантер. Че в коробке?
Вот это ты снаряжен. Спасибо. А теперь закройте ворота. Давно не виделись, Хантер. Настоящий сталкер. Рад видеть тебя, Саш. Здравствуй. Дядь Саша сухой? Ну, Хантер, какие вести с полей? Что в мире творится? Ну как, да все как обычно. Все говорят только о вашей станции и этих ваших мутантах. Не мутантах, а черных. Это Артём, не совсем мутанты. Я тут прикупил древние открытки с видами Нью-Йорка. Открыточки. Держи. Я их собираю. Давай, заберу. Это заберу. Ну давай. Эй, куда, куда? Куда? Походи, это походи, походи. Стой. Стой. Страшно. О, еще карма плюсанулась. Чёрный, да? Отлично. К черту детали. У нас в Ордене заведено так. Врагов надо истреблять. Тревога! Кто-то проник в главную вентиляционную шахту. Они идут сверху. Сверху? Блин, у меня оружия нету. Черт, уже за стенкой наша больница. Я ничего не брал с собой. Бери своих, закрывай туннель. Саныч, мы остаемся в этом зале. Согласен. Артем, бери оружие. О, да, возьму. Здесь. Давай. Давай, калаш мне дай. Чего? Это что за нога? Черт, где же они вылезут? Твою ж налево. И как рядом. С этим выживать? Запах крови. С вентиляцией попрут. Тут вентиляция везде. Ну, может, мужики прикроют? Ой, не знаю. Ой. Еще сверху откуда-то. Так, на Хантера оставим. Он парень бывал. Да, нормально, штык ножом. Так. Откуда полезут? Откуда? Ага. Раз. Два. Три. Четыре. Так, где еще? Где еще? Пять. Так, это все. Шесть. Шесть патронов. В барабане. По новой. Раз. Ой. Так, где он? Где он? Добили его. Так, сколько надо патронов считать? Так, пять, еще один остался. Все, кончился. Так, решетка открылась. Тихо. Все, еще вот тут еще одна решетка открылась. Все, отбились. С тобой все нормально. Фу. Конечно, этот-то не пропадет. Да это да. Какие же это черные? Обычная туннельная нечисть. Даже когда ты не видишь черных вокруг, они все равно рядом. Ты о них думаешь, ты их боишься. Страх их оружие. Бать, ты совсем раскис. Гады бегут от них, как крысы. Черные не просто мутанты. Это Homo novus, следующая ступень эволюции. Novus Starus. Выживает. То есть мы, получается, Starus. Мы Homo Starus, а не Homo novus. Да что с тобой случилось? Ты как скотина, которую ведут на бойню. А я буду цепляться за жизнь до последнего. Понял? А когда отправлюсь в ад, прихвачу с собой этих твоих гомоновусов. Пойди, ох, как я умею. У меня в госпитале десяток проверенных бойцов пускают слюни и бормочут ерунду. Даже душу выпустят. Погнали. Слоумо. Известно, что творится за последним рубежом вашей обороны. Потрепал пацана вообще. Слушай меня внимательно, Артём. Если я до завтра не вернусь, ты должен добраться до полиса и найти человека, которого зовут Мельником. Расскажешь ему, что случилось со мной и что происходит так, в ваших туннелях. Я узнаю, что с тобой случилось. Покажи, если ты не вернешься. Мельнику вот это, чтобы он поверил, что ты от меня. Я надеюсь на тебя, Артём. Не подведи. Если мы хотим выжить, мы должны уничтожить эту угрозу. Любой ценой уничтожить. Понял? А, жетон Спарты. Хантер не вернулся. Сбежать с ВДНХ мне было непросто, но я ведь дал ему слово. На следующий день к Рижской уходил караван.
Караванщик набирал охранников, и я завербовался. Я так понимаю, пролог мы закончили. Глава первая. Паровоз, не стучите колеса, кондуктор, нажми на тормоза. Я к маменьке родной. Наконец-то! Ты, блин, в своем обычном темпе, да? Угу. Ладно, хватай шматье вооружейное на платформу. Они уже заждались. Я буду там и смотри, ничего не забудь. А что взять-то надо? Я ничего не забуду, ты скажешь, что взять вот надо. Вот стоц перевертоться, бабушка, здорово! Вот стоц перевертоться, кушает компот! Вот стоц перевертоться и мечтает снова! Так, вот карту, патросики взяли. Что еще можно? Так, заметочку. Есть. Угу. Блин, не пойму, это осциллограф или радиоприемник? Но у нас осциллограф не похоже. Скорее всего, все-таки радиоприемник. Так, открыточки. Кстати, статуя свободы. Открыточка у нас. Та самая, которую нам Хантер подарил. О! Плюс карме у нас. За гитарку. На прощание. Брынкнули. Все, свет потушили. И пошли. Пускай, дядь. Извини, Артём, тут пока закрыто. Только дозорные могут пройти. Ах ты ж, я ж тут ходил. Прости, парень, пока не могу тебя пропустить. Ну ладно, дальше пойдем. А это, кстати, потушить не могу. Запись нашел. Пришлось заплатить хреновую тучу патронов за эту штуку. Точно не жалеешь? За пластинку, что ли? Дедом не жалеет. Жалко видеокассету. Нельзя купить и проиграть. Мне достало все это, чего я терплю? Говорила мне мама держаться от тебя подальше. Говорила, что ты дебил, неудачник. Мама, ты была права. Мама, ты была права. Держись, дядь, держись. Но он, видать, и так неплохо справляется. Твоя мамочка тебя не слышит там в аду, так что блин, заткнись. Вот это у него лампасы, конечно. Розово-зелено-желтые, желто-зеленые. Ну, что же это за бренд? А теперь давай нарисуем что-нибудь другое. Ну, например, давай нарисуем домик, в котором ты хочешь жить с папой и мамой. А домик большой? А когда вернется мама, мы ей покажем твой рисунок, и она обрадуется. Скажет, что ты молодчина. Хорошо, я нарисую. Пап, а когда мама уже вернется? Скоро вернется. Обязательно вернется. Видела бы она, как ты вырос. Ой-ой. Грустно, грустно. Чё-то игрушечки. О, балалайка. О. Плюс карма за музыкальный инструмент. Короче, надо дергать все музыкальные инструменты. Чёрт, приснится тут чё? Такое. Опять снилось, что я на поверхность попала. Слушай, хорош уже рассказывать мне эти кошмары. У меня своих хватает. В ближайшие 50 лет нам не грозит подняться наверх. Так что спи спокойно, дорогой товарищ. Все, отдыхай. Ну вот, этот мужчина, такой импозантный. Какой мужчина? Оборачивается ко мне и говорит. Девушка, если а бы там моя кто? Жена так была так, как вы, я был бы самым счастливым человеком на земле. Две мадамы? Ну, а кухня, я... что ли, получается? Почему жена так не готовит? А он мне... Ну, вообще-то, я как бы не жена. Ой, подкат. Прелесть какая. Ну так давай, подруга, вперед и с песней. Угу, и с флагом, с дудкой и барабаном. Ну хотя вот у той, которая справа, шансов побольше, чем у той, которая слева. Так, седьмая, чё? Седьмая. Никого нет дома! Понял, понял. Всюду грязь какая-то. Невозможно просто. И люди грязные. Хо-хо-хо! Кто это там, интересно, восьмой? О, Артём, открыли? Ты прав, ой, какая, смотрите, грязь. Внизу там. Да ну ладно, ладно, ладно. Чё, не пустит? Присоединиться не получится, в очередь Петя, встать тоже не Петя, удастся. Это ты. Нет, не Петя, это Артём. О, патроны. Интересно, сколько? Наверное, один. Так, ребятки тут выпивают, закусывают. Тут закрыто. Так, все? Так, были
Все, вроде везде побывали. Ну, посмотри-ка, кто тут такой чистюля? Под ноги смотришь, наследи. Уборщица, злая вахтерша. Это ты, Артём? Это я. Есть что? Дай поспать, а? А то мне скоро на дежурство. Ну ладно, никто не хочет общаться со мной. Проваливай, Артём. Злая какая. Туда пробежать нельзя? Нельзя. Кончай с этим, у меня дела поважнее есть. Да я не задерживаю. Двигай шваброй. Петя, ну я же просил тебя никуда не отходить. Так, Петя, где Петя? А, это кухня. Там внизу кухня была. Мы там были. Извини, я больше так не буду. Ах ты, Петя, Петя. Не слушаешься, папа. Жуть ведь. Если использовать их по назначению... Ну что, сейчас послушаем тут сплетни, слухи, рассказы. Стоит 5 жизней, так? Колбаса? Недорого, 15 жизней. Куртка кожаная. Сегодня со скидкой. Вместо 300, 250 человеческих жизней. Ну да. Философские темы пошли. Оборот нашего рынка за день, небось, побольше будет, чем все население метро, если в жизнях мерить. Все? А ты что скажешь? Видать, не скажешь. Что за кутузка? Иди-ка сюда, милый человек. Что тебе надо? Погутарим, Манюха. Погутарим? Ну давай погутарим. Не болтать, ясно? Иди, Артём, иди. Нечего тут ошиваться. Тюрьма для воров. А ты честный человек. Я бы не сказал, и не сказал бы. Ну а чё? Ну поймали, ну посадили. А что, у меня выбор был? Жрать-то надо что-то. Так иди поработай. Руки есть, ноги есть. Я сам радистом раньше был. И после войны, ну, еще когда единая система управления не распалась, посадили меня, значит, следить за радиоэфиром. Но мы тогда еще надеялись связаться с правительственными бункерами за Уралом. Но по этим бункерам-то в первую очередь противник и целился. Угу. Они ведь как сначала? По гражданским целям старались не стрелять. Но, может, для оккупации берегли. Никто же не думал, что это самая последняя война, когда уже все равно. Ну вот, сидел я в радиорубке, слушал эфир. И пришлось всякого наслушаться. Сибирь молчала вся. Вот, а там вот наверху есть кто-то. Ходили на связь. Балкончик такой, пентхаус. Подлодки наши. Подлодки еще я туда пройду? Приказы. Наносить на лестницу. По ним. Никто не верил, что... Блин, прыгнуть нет. Не могу. Бывалые морские капитаны. Присесть могу, прыгнуть не могу. На что жалуемся? Офицеры, да ни на что, все нормально. Меня проверить, нет ли их родных среди выживших. А что я мог сделать? Ну ничего. Кто-то решал отомстить, уходил на пусковые позиции. Мировая война, может, и кончилась. Но у некоторых еще своя война была. Угу. Другие поняли, что раз мир уже обречен и так, добивать горстки выживших смысла не имеет. Махали на все рукой. Подлодки еще долго на связь выходили. Они ведь могли в автономном плавании по полгода находиться. Еды и горючего хватает. Ой, ну и деньги были. Как вспомню, дрожь пробирает. Сейчас как будто лучше. Живем как крысы в метро. Артём, прошу тебя. У меня сын болеет, Антошка. Ты не мог бы, неловко как, хоть пару патронов дать нам на лекарство, а? Я тебе верну, как только смогу. Блин. Ну, держи. Спасибо, Артём. Есть еще добрые люди. Только ради Антошки. Детям надо помогать. Да не менжуй, все хорошо будет. Мне этот мужик кажется знакомым. Догоняй, я первый выстрелил. За пацанами погнали. У-ху! А, вон они. Вот они куда сныкались. Но я туда не пройду. Я сюда уже пробовал. Ладно, пойдемте дальше. Послушаем еще что-нибудь интересное. Кайфово просто. Вот, посмотри. Метро истории. Ломом не прошибешь. Пули отскакивают. То второй тоже. Талтын, ничего. Что ли? Ну это так, эконом класс. Да, а вот или это, забрал Ша, да. Наверное. А я только не помню, какой из них какой. По-моему, забрала. Что-то не очень ты ценишь свою жизнь. Но это прям ничего, топовый шлеман. Тяжелый, неудобный, но непробиваемый. Идет впереди и проверяет туннель, и гард замыкает. Все эти слова. Чувствуйте себя как дома. Выбор такой защиты хватит точно.
Короче, однажды шли мы как-то в сопровождении такого каравана. Двое впереди, трое на дрезинах, один сзади. Что там, водочку пьют? И все было нормально. Крыс. Крысовка. Непонятно. Командира нашего, ну и реально черт за ногу дернул. А там в этом туннельчике свинины торгуют. Двух шагах, ничего не видно. Звучки какие-то. Бабка втюхивает странные. Миско. Ну, чтоб в тумане не потеряться, мы замыкающего нашего, который последний шел, отвязали канатом за пояс. А второй конец дали одному из тех, кто во главе. Купи хоть что-нибудь. Оф, там скидка. Все правильно сделали по инструкции. Угу. Можешь теперь эту инструкцию засунуть тому, кто ее писал. Знаешь куда? Куда? Идем мы. Не видим, ни черта. Да задолбал. Не нужны мне твои свиные уши. Дай послушать людей. Мы зовем замыкающего. Ничего. Тишина. Поросячьи уши. Толян, он посередине. Засолите, братья, свежие уши. А он что, сегодня утром они слышали? Да задолбал это, а. Какие-то на конце ноги. Замыкающего, понятно, больше никто не видел. Угу. А Толян с тех пор ни с кем не разговаривает. Блин. Господи боже. Так что у меня все теперь свое. Сколько подходи, ни набери с собой бойцов. Если смерть с косой придет за тобой, ничего не поможет. В большом отряде даже хуже. Путаница, люди по своим полят. Отступать свежое нельзя, филе. Надо раненых тащить. Только я теперь один хуже. Редко когда с напарником. Все равно не поможет. Кроме, понятное дело, перегона между Сухаревской и проклятой Тургеневской. Там копыта, все по-особенному. Сухаревская, Тургеневская. Но мы тут не были, у нас пока что только ВДНХ Рижская. Без хорошего автомата, считай, нету солдата. Поговорками пошли говорить. Ну а ты, что скажешь? Подари себе пистолет, заставь себя уважать. Ну давай, солнышко, выбирай себе подарок. Че? Уничтожает все живое лучше спирта и не оставляет похмелья. Просто огнемет. Разрывные просто шутки. Купите ТТ, глушитель в подарок. Купите ТТ. Шутка, ТТ нет. ТТ нет. Смотрите, какая красота. Свежая, сочная, мужчина. Блин, а как она меня забодала, это? Опять нажрался. Коза со свининой. Как это могло со мной случиться? Да как? А паренек, видать, это... челноком. Что? На базар что пошел. Тебе надо, о, бытовуха, ребята. Ты кто? Ты кто? Дурочка, ну кто ты? Кто сколько ты? Сколько можно синячить? Клянусь, если ты не встанешь, до смерти я не поверишь. Сковородка, и тебе хана. А вот это, кстати, аргумент. Ну-ка, отвали на. По-моему, вот, кстати, ну, голос давай, ну, вообще не сочетается с Господи, персонажем. Господи, с алкашом ведь живу. Да отстань, я сам пойду, потому что я гордый. Эх, женское счастье. Был бы милый рядом. Это ты, что ли? Я сказала рядом. У меня выбор. Любитель доминирования и подчинения. И все довольны. А ты о чем расскажешь? Это как у укладчика парашютом. Никто не жаловался. Шутка. Ну хотите, идите. Не смешно. Там дешевле. И железо все ржавое. Обмен без последствий. У тебя на прошлой неделе то же самое вдвое дешевле стоило. Все? Ну ладно, бывайте, парни. Так, тут у нас что? Обмен патронов. А, обмен патронов, понял. Че, хочешь сказать мне что-нибудь? Вы что-то хотели? Ничего не хотел. Че вылупился? Ну, ничего не надо, отвернись. Прошу не стоять над душой. Отвернулся, я сказал. Да, барыга, блин. Отличный товар. Башку разносит с 10 метров в крошки. И ничего нету. Налетай, разбирай, в общем. Ну. Втюхивает, походу, металлолом. Засолите крышки, уши. Слышал, ты в караван записался? Ну, удачи тебе. Все? О! Что там, метро 2035? Можно я не рассмотрел. Не дочитаешь. По-любому не отдаст. Да, 2035. Все, ладно, читай, вот так и быть. Это книга. Спасибо. Да пожалуйста. В карманах не звенит, пожалуйста. Ты че, блин, туннель с пустыми руками собрался? Дуй в оружейную и прибарахлись. Блин, что-то я не встретил оружейную. Только под, где патроны? А, или к торговцу надо. Ну, сейчас вернемся. Тут еще вон ход был.
Артём, ну ты тормоз, блин. Да не тормоз, газ, просто очень так медленный. Что у вас с этим новичком? Похоже, совсем зеленый еще, да? А ты типа родился с калашом в руках. Солдатами становятся? Ни черта не так. Есть люди, которые торгашами рождаются или шлюхами. Солдат это призвание, понял? Да брось. Родился с двумя руками, двумя ногами и одной головой, что намного важнее. Значит, годен к воинской службе. Стреляй и пригибайся. Вот и вся наука. Так, тут что? Эй, Артём. А, тебе вот оружие нужно? Давай-ка посмотрим. Давай-ка. Ну, предложи мне что-нибудь. Автомат калибра 5.45. Сделано на Кузнецком мосту. Стреляет криво, калашный патрон. Перегревается в 2 секунды. Поэтому называется ублюдком. Заебись. Ну ладно, посмотрим. Стреляй короткими очередями и патронов не забудь набрать. Ну давай, мне их все равно универсальная нету. Универсальная зарядка для фонаря, батареи заряжать. Угу, забираю. Ну и противогаз. Надевай везде, где высокая радиация. Как будто спасет. Мили на поверхности, если тебя туда, ну ладно, не дай давай. Бог занесет. Армейские аптечки на всякий пожарный. Тоже можно. Так, теперь все, хоккей. Хочешь опробовать свой арсенал? Прошу в мой тир. Пойдем, ну, попробуем. За спрос денег не берут. Окей? Че, погнали? Так, ну вроде точность пока очень даже. С одиночными, конечно, по-моему, проблема. Но приноровиться можно. Угу. Еще. Еще. Давай-давай. Оп, хорошо. Не, с точностью по одиночным вообще претензий нету. И не перегревается, я так понимаю. Ага, все сбил. А, он еще пара бутылочек. Давай пару бутылочек еще добьем. Ага. Все? Ну давай. Оп-оп-оп-оп. Надо теперь очередью посмотреть, что будет. Давай очереди. О, все плохо. Все очень-очень плохо. Вообще жопа. Еще и перегрелся. Ну, настоящий ублюдок. Мать твою. Мы доживем до того дня, когда снова сможем жить наверху. Я вот никогда не доживете. Не видел. Только старые фотографии. Нет больше никакой Москвы. И наш тоже скоро не будет. Земля достанется мутантам. И мы сами виноваты в этом. Но ведь было метро и в других городах. В Питере, в Минске, в Киеве. Вдруг там кто-то выжил. Может, вначале там кто и спасся. Но сам подумал. Сколько лет прошло? Сколько лет? А связь ни с кем так и не установлена. Эфир молчит. У других городов ведь не было такой противоракетной системы, как у Москвы-то. А Питер... Да у Питера, ладно. Какой чудный неплохая город там был. Соборы его невероятные. Там метро еще глубже, по-моему. Ну, некоторые станции точно. Я вот отлично помню летние вечера на Невском. Все битком. Девушки точеные фланируют, красотки, детишки с мороженными шариками, отовсюду музыка несется, а воздух, какой воздух, прям Советский Союз написал. Какой прекрасный мир мы уничтожили. Ну, бывает. Ой, я думаю, такой классный аккомпанемент под такую трогательную историю, а тут просто пацан лобает. У него, кстати, патросики в шапке. Но я думаю, некрасиво тырить патроны из шапки. Я думаю, их трогать не будем. Тем более, нам они не сильно-то и помогут. А пареньку будем надеяться напахавать, что перепадет. Так ты мне ничего не скажешь, да? Ну, тогда просто зайду. О, батя. Привет, бать. Ладно, сын. Ты готов? Слава. Слышал уже, наверное, что мы собираемся с Рижской заключить договор о союзе. Ну, угу. В качестве жеста доброй воли этим караваном отправляем им пока что гуманитарную помощь. Они там бедно живут. Вы должны приглядывать за грузом.
Ехать тут недалеко, и туннели вроде спокойные. Артём, послушай меня, сынок. Я вижу, ты все на Хантера засматриваешься. Тоже хотел бы сталкером стать, наверное. Но у сталкеров, у них ведь другая жизнь. Они от природы суровые, жестокие даже. Ты не такой. Так что не играй там особо в героя, ладно? Проводишь караван до Рижской и возвращайся домой поскорее. Береги себя. Давай, бать. О, заметка есть. Что еще есть? Может, патроны дашь? Нет? Что там? О, Ксюха лежит. Кстати, под наш 5.45 патрон. Что за фотка? Непонятно. Ну ладно, бать. Ты мне ничего больше не скажешь, поэтому... Адьос, амигос. До встречи. Надеюсь, свидимся. Чую, все пройдет не так гладко, как он задумывал. Так и что, получается... Ферма? Да нормально, ничего, спасибо. Кто там спину сорвал? Можем подлечить. Привет. Работай с этим перекуром. Свинью не хочу. Смотреть свинью. Шутник, шутник. Да нормально я держу. Слышь ты, командир. Нет, е-мое, тут не люди, а картина маслом, двое стремянка. Держи лестницу, я сказал. Понял, понял. Что-то мне это напоминает. Прям первые кадры игры. Нас двое с мельником и лестница шатающаяся. Присоединяешься. Ну, удачи. Бабок хочу подзаработать. Это вообще свинью созерцает. Ну давай вместе с тобой посозерцаю. Чё? Прикоснемся, так сказать, к прекрасному. Достаточно. Прикоснулся. Мне не понравилось. Ага, жму. Честь имею. Ну что, готов выдвигаться? Всегда готов. Готов? Тогда двинули. А я бы, если такую штуковину изобрел, все. Точно бы свихнулся и повесился. Представь, твое изобретение — главное орудие... По местам! Ты, Артем, садись сюда. Никто ничего не забыл? Все, затарился. Тогда пошли. Эй, ребята, вы на Рижскую едете? Типа того. Не подбросите? Не вопрос, но с зайцем не поедешь. Придется поднапрячься чуток. Всегда готов. Тогда двинули. Ну все. Удачи всем, кто остается дома. А нам с вами, парни, удачи вдвойне. Ну, мужики, поехали. Пожелайте нам удачи. Ну как, готовы немного прошвырнуться? А то. Круто, да, Артем? Наконец-то свобода. Хотя бы на время поездки. Думаю, будет здорово. Смазливый парень. Опасно. И это еще круче. Явно. Так, все. Ну все. Давай лайкосик поставь, подпишись. И до новой серии. Пока-пока.